Компания «Симург» выпускает несколько различных медь- и серебросодержащих моделей внутриматочных контрацептивов, пользующихся заслуженным успехом у женщин разных стран. И сегодня мы дополнили ассортимент ВМС новыми моделями-контрацептивами с золотом. Новые флагманы модельного ряда ВМС получили имена «Juno T-Aurum» и «Juno Gold». Преимуществами моделей серии «Juno» являются классическая Т-образная форма якоря-спирали, большая, чем у аналогов, площадь поверхности проволоки. Золотосодержащая проволока обладает повышенной устойчивостью к коррозии, что увеличивает эффективность и позволяет использовать контрацептив более длительное время. Якорь ВМС «Juno Gold» снабжен золотой проволокой из сплава золота и меди и не содержит дополнительных примесей. Содержание золота 58,5%. Срок службы до 9 лет. ВМС «Juno T-Aurum» снабжена медной проволокой с сердечником из чистого золота. Срок службы ВМС до 7 лет. Уникальная запатентованная система введения «Наутилус» обеспечивает легкое введение и высокую точность расположения контрацептива в матке, снижает риск экспульсии при соблюдении простой инструкции по установке. Переместите кнопку из положения 1 в положение 2. При этом плечики якоря заправятся во вводную трубку. Установите подвижный ограничитель на расстояние, соответствующее длине полости матки. Контрацептив готов к введению. Введите трубку с заправленным якорем так, чтобы расстояние от ограничителя до наружного зева составляло 1-1,5 см. Сместите кнопку в положение 1. При этом плечики якоря расправятся. Введите систему введения до контакта ограничителя с шейкой матки и сместите кнопку из положения 1 в положение 3. При этом якорь ВМС полностью освободится из вводной трубки. Удалите систему введения. Надеемся, наши новые контрацептивы серии «Juno» понравятся врачам-гинекологам и их пациенткам и расширят возможность использования современного, безопасного и эффективного, экономически наиболее выгодного метода планирования семьи.